Далее в программе у нас мороженое. Сейчас мозг отморозится. Помогите. Оказывается, в мороженом много витаминов и минеральных веществ. Витамин В нужен для кожи и волос. Витамин А для улучшения зрения. А еще мороженое настроение поднимает. Да, так как вырабатывается гормон счастья. Нет! А что так? Так, привет, девчонки. Кому мороженку? На. Тебе. Любим мороженку? Да. Так, давай с вами поговорим о мороженке. Какой ты любишь мороженое? Я люблю щербет. Щербет? Я еще люблю вот такой стаканчик. Мороженое самое желтое, оно в дыме. А ты, Даш? Щербет, яблоко, груша и мороженое, рожок, кивика. Саша, ты делала само мороженое когда-нибудь? Да, я помню, как это. Мы либо из йогуртов, либо... Ну, вообще, изначально мы брали стакан и наливали туда какую-нибудь газировку. Ну, сладенькую. Вставляли ложку, накрывали это еще фольгой, чтобы ложка не болталась, и в морозилку. Потом получался, ну, фруктовый лед. А еще мы брали отдельно йогурт, делали в нем дырочку просто и положили ложку. Замораживали, и также было мороженое. А ты, Даш? Я газировку наливала такую шашечку и ставила в морозилку. Потом доставала и... Получалось? Нет. Нет? Нет, не получалось. Ну, я тоже дома делала, как раз вот из йогурта делал мороженое, из разных сок смешивал, то есть, ну, разные эксперименты пробовал тоже. Когда-то получалось, когда-то не получалось. В общем, было интересно. Ну, вот. В такую жару очень замечательно есть мороженое, ну, и пользоваться вентилятором. Вентилятором? Вентилятором. Ручным вентилятором. В общем, мороженое очень вкусное, да? Особенно летом. Очень любят мороженое дети, ведь оно вкуснее всех сладостей на свете. Всем есть мороженка. Ам. Мороженку. Ку. У. Ка. У. 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 Ка. Вкусно. Очень. Давай. Команда «Бесконечные новости». Спасибо за внимание. Ну еще и Даша и я. Пока.